прежде чем я прочитаю стихотворение, я хотела бы поделиться с вами коротким свидетельством. В конце января этого года я повредила свое плечо. Боль была постоянная и днем, и ночью. Ночью просыпалась раза 3-4 от того, что боль становилась невыносимой, и нужно было левой рукой помогать, чтобы поменять положение. И в марте, где-то в марте, боль стала еще сильнее. Она распространилась вниз по руке до правого локтя, пошла под ключицу и на спину вокруг лопатки. Мне стало труднее поднимать руку вверх, и если нужно было поднимать, всегда приходилось поддерживать левой рукой. Я молилась об исцелении, меня поддерживали мои друзья, молился хор за меня. И вот 6 июня, воскресенье, во время хлебопреломления, брат читал такое слово, что кровь Христа, она прощает и исцеляет. И в это время я мысленно обратилась к Господу, и образовалась как бы в мыслях у меня такой диалог. Я попросила, говорю: «Господи, исцели мое плечо». «А зачем?» «Господи, ну очень болит, я уже просто не могу терпеть». И в это время у меня такая пауза произошла. И я почувствовала такое утешение и утверждение, что Бог даст мне милость. И следующее, что я услышала, это: «Но ты должна рассказать народу моему». Прошло воскресенье, и в понедельник утром, проснувшись от сна, я почувствовала что-то необычное в моем теле. Я не сразу поняла, что произошло. Первое, что я поняла, что я проспала всю ночь, и не проснувшись ни разу. И когда я повернулась, боли в руке не было. Слава Богу. Ты дорог для меня. Ты очень дорог. Так многоценен ты в очах моих, что если пред тобою встанут горы, ради тебя я сокрушу и их. Раздвину море и сушу потоки, сломлю врагов, стихию усмирю. Я проведу пустыней твои ноги, чтоб силу показать тебе мою. И то, что ты возлюблен мной был прежде, чем созданы и небо, и земля, я сохранял покой твой безмятежный, и нежно я за руку вел тебя. Питал тебя своей небесной манной, поил тебя в болезнях, исцелял. Ты бунтовал и наносил мне раны, а я тебе все время все прощал. Я, как орлица, нес тебя на крыльях и в ревности привлек тебя к себе. Всех идолов ничтожных и бессильных я постыжу, чтоб царствовать в тебе. Ведь это я соткал тебя в утробе и сохранил, хоть враг хотел сгубить. Быть может, я порой казался строгим, но для того, чтоб ты учился жить. Не так, как раб по воле Господина из чувства долга, нет, но по любви. Я твой отец, так научись быть сыном и уважать желания мои. Ты создан был для славы и победы, чтоб слабости твоей я силен был. Я допускал, и приходили беды, но всякий раз ты был непобежден. Страшишься вновь, и вновь метают стрелы. Все тот же я, не бойся, я с тобой. Я твой Господь, мужайся, только веруй. Я твой Спаситель и никто другой.
хочу пролить свои благословения на голову бесценную Твою. Увидят все, увидят без сомнения, насколько сильно я Тебя ценю, что не сравню с Тобою все богатства. Ты дорог мне, Ты самый дорогой. Я выкуп за Тебя отдам все царства. Я всем скажу, не трогайте, Он мой. У севера и юга нету власти. Я повелел, отдай и не держи. Я дал Тебе свободу, жизнь и счастье. Люби меня и только мне служи. Аминь.